свидание первого льда. Это знакомо не понаслышке каждому рыболову-зимнику. Когда просыпаясь рано утром, смотришь в первую очередь в окно на свой термометр. Когда каждый день перелистываешь сайты в интернете с прогнозом погоды. И все-таки рано или поздно наступает тот самый момент, когда ты берешь пишню, либо бур, да неважно, пусть даже это будет топор, и выезжаешь или выходишь на первый лед. Приветствую всех ценителей любительской рыбалки. Сегодня я отправляюсь покорять первое лёдье. Целью остается поймать окуня, половить окуня. Но это зависит от того, попаду ли я на лед. На лед люди выбирались еще позавчера, но это было на озере. А сегодня мне предстоит выйти на устье Старицы, где впадает на нашу речку Луза. Там в прошлых годах хорошо попадались окуньки. Если удастся мне выйти, то я половлю там, надеюсь, окуня. Если нет, придется походить дальше, уже до озера. А там уж будет попадаться. Если что-то будет попадаться, то слава богу. Ну, дойдем на место, увидим, что мне предстоит дальше. Вот первое место, на которое я хотел с ней попасть. Вряд ли у меня это получится. Так что даже рисковать не стоит, потому что прошлый год здесь еще крепче лед был, я здесь проваливался обоими ногами. И тут бежать до дома около десятка километров, так что после того случая, я думаю, что рисковать не стоит. Пойдем искать другое место. А вот это уже озеро. Название ему Северуха. Сюда, я думаю, выбраться вполне возможно. Сейчас я займусь этим опасным делом. Надеюсь, потихонечку, помаленечку я выберусь сюда. Вот именно это место меня интересовало. Здесь убегает ручей и видно промоину. Надо как-то на безопасное расстояние подобраться к этой промоине. Здесь должна быть сторожка поклевывать. Сам я здесь не лавливал, но бывалые люди рассказывали, что здесь должна клевать по первому льду. Сейчас попробую еще убегать на лед, выбраться. Недалеко от берега пару луночек. Попытаюсь сейчас прикормиться. Отошел от берега метра на 3. Думаю, дальше тут рисковать не стоит. Посижу, попытаю счастье, может что-то проклюнется. Попробовал, половив около часа, тут не заметил ни одной поклевочки. Не знаю, тут мысли другие появились. Попробовать типа, вернуться на Старицу, сделать какой-нибудь из кустов, попробовать настил. Где-то добраться, хотя бы недалеко от берега, попробовать половить. Если не получится, то, увы, придется идти домой. Могу надеяться на лучшее, может все-таки что-то удастся там как-то выбраться, хоть недалеко, хотя бы на пару метров от берега. Этого, мне кажется, хватило бы. А здесь рыбы, может, в данный момент нет, озеро большое, где она как-то ходит-то, мне не понять. Ну что ж, все мои попытки попасть на Старицу так и не закончились ничем. Навалил я этих веток, навалил тонких жердей, так зайти даже по ним не мог. Стрекил охотничка, он мне посоветовал попробовать ходить на озеро под названием Слобода. Прошлый год я снимал там выпуски по первому льду. Вот самый первый выпуск был именно там. Мы с Женей на зиму рыбачили, поймали на двоих одну сороженую. Ну, терять мне уже нечего. Устал я, как собака уже с этой ходьбой. Это для вас получается, что все так быстро происходит. Для меня тут я уже находился от души. Времени уже много,
попробую все-таки зайду еще туда, на то озеро, если зайду на него, дойду, посмотрю. Ну, если уж удастся что-то поймать, то удастся, если нет, то извините, по названию там вот выпуска понятно, надеюсь, если ничего не поймаю, так и напишу, что на лед попал, на рыбу не поймал. Просто есть такие люди, которым действительно интересно не сам факт поимки рыбы, а посмотреть вот те места замечательные, как сейчас. Не каждый день можно наблюдать вот такое вот нанесение шуги на реке. Ну, сейчас зайдем. Озеро тоже это очень красиво само по себе, но не очень богато рыбой. Ну, дойдем, увидим. Если удастся зайти на него, надеюсь, что-нибудь поймаю. Ну вот, мы добрались до того самого озера. Назовем Слобода. Люди, которые смотрят постоянно выпуски «Бой на рыбалкой», могут узнать его по выпускам «Болен рыбалка», где снимались первая жилищная рыбалка прошлый год, первая рыбалка просто перволедная, и было снято по воле плотвы с берега еще ловили на поплавочную удочку. Легко узнать это озеро вот по этой вот церквушке, которая во всех этих выпусках попадала в кадр. Довольно такое красивое место, обнесенное небольшим кладбищем, старым, может, оброшенным. Церковь хоть и старая, но вполне такая, еще сносный вид имеет. Есть, вот можно даже залезть туда наверх, на ней внутри есть лестница. Делать нихрен будет, если так попробую слазить туда наверх, поснимаю сверху. Но пока у меня в планах залезть на лед, а не в церковь. Пойду пробовать. С грехом пополам мне выдается все-таки выбраться и на это озеро. Далеко не пошел, вот отошел тут на метра 3-4-5 от берега. Попробовал две лунки, сделал, попробую сначала здесь вот половить. Передвигаться по нему также небезопасно. Зашел без всяких палок. Такой же толщины приблизительно лед, как и на Северухе, такой же, на которой я был в озере. Попробую, в прошлый год вот где-то вот на этой же точке не буду поймать сорожку. Вот сейчас получится. Место прикормлено, удочки две установлены, но рыба клевать отказывается. Не знаю, что она от меня хочет. Предлагаемые мной черви и опарыши ей не нравятся. Но это озеро с каждым годом все интереснее и интереснее. Рыба здесь как-то не очень уж такая, скажем, активная. Клюет с каждым годом все хуже и хуже. Ни в какую не соглашается рыба клевать, ни на стоячую, ни на проводку. Можно, конечно, походить, поэкспериментировать, места поискать, но и так я в данный момент очень сильно рискую своей жизнью, потому что каждое движение, вот смотри, сразу лед трещит, подо мной уже такая лужа, из бунки выделяется вода. Ну что ж, все мои старания ни к чему не привели. И выпуск получается полностью безрыбный. Но может это для кого-то будет уроком, что вот не стоит ни из-за чего вылезать на такой тонюсенький ледок. Вот. Были бы мозги, бы сидел бы дома, а не лазил бы вот здесь. Вот такой вот можно сделать вывод. 2-3 километра остается до дома. Больше никуда не заходил. И заходить-то больше, в принципе, некуда. Все каналы, которые планировались, сегодня излазил. Ну что, такой выпуск получился без рыбы. Надеюсь, кто его посмотрел, это отнесутся к нему с пониманием. Не все рыбалки одинаково полезны. Это была всего лишь первая рыбалка, но вся еще зима впереди. И надеюсь, я поймаю ту заветную рыбу. Ну все, всем пока. We'll be right back.
Родина, ёпта.